Мне нужно 2 метра этой ткани. Много работы и мало времени. Йоу! Аладдин? И что, нам вообще нельзя здесь кататься на скейтборде? Вам нужно разрешение. И видите здесь знаки? Что вы можете сделать? Вы можете... Я понимаю, понимаю. Я рекомендую вам поехать в соседний парк. Баттери парк. Съемки за кулисами начинаются прямо сейчас. У нас много работы и мало времени. Я снимаю с моим другом Джесси действительно забавное, невероятное видео к Хэллоуину. Джек сейчас подготавливает 3-axis gimbal. Как идет? Получается. Нет, получается. Это 3-axis gimbal. Эта вещь делается так, чтобы все выглядело красиво. Он обеспечивает съемку самого безумного и удивительного видео. Также для этого потребуется небольшая подготовка, и это немного трудно. Хорошо, теперь я должен соорудить главное приспособление перед приходом Джесси. Это рама. Строительство завершено, и я все обклею, чтобы убедиться, что ничего не отходит. А затем прикреплю все это к скейтборду. Итак, обклеивание красным скотчем завершено. У меня кружится голова. Успеваешь? Почти. Все дело в стабилизации. Стабильно? Впечатляет. Стабильно. Хорошая работа. Все, что нам сейчас необходимо, это способ, чтобы прикрепить эту красную раму на бустерборд. Я собираюсь прикрепить все вот этим к доске, чтобы была возможность снимать и прикреплять раму. Потребуется работа с металлом. Я думаю, мы прикрепим это к бустерборду и проверим. Окей, круто. Теперь нам просто нужно, чтобы Джесси пришел с остальной частью всего необходимого. Доброе утро. Йоу, я забыл пульт. Что ты делаешь? Вы заканчиваете с этой работой, а я пойду за красной тканью. Направляюсь в магазин. Мне нужна ткань для подготовки. Джесси должен был сделать это, но не справился со своей миссией. Джесси, я тебя прикрою. Это сумасшедший магазин. Мне нужно 2 метра этой ткани, пожалуйста. Okay, хорошо, you. Прекрасно. Спасибо. Спасибо, сэр. Удачи. Готово. Все на месте. Как ты? Забрал то, что было нужно. Это завершающий штрих. Джесси не возвращался? Он пришел и ушел. Нам нужно хорошо прикрепить эту ткань к раме. Стянуть. Да, стянуть. Стянуть. О, да. Что ты имеешь в виду, говоря, что это было легко? Ты хоть представляешь себе, сколько я над этим трудился? Кейси, ты замечательный. Если бы я это все делал, оно развалилось бы до того, как мы вынесли его на улицу. Джесси, что происходит, приятель? Я надеваю это на себя и иду показываться миру. Ты выглядишь смешно. Давай посмотрим шапки. Давай, надевай шапку, Джесси. Йоу! Аладдин? Аладдин, и никто кроме Аладдина. Итак, момент истины. Это Аладдин, твой эффектный ковер. Постой, постой, подожди. Теперь мы творим волшебство. Выглядит здорово. Это просто безумие. Я так впечатлен, чувак. Чувствуешь себя хорошо? Я чувствую себя совершенным. Люди будут разбегаться, когда увидят такое рядом с собой.
Итак, погнали. Ты, вероятно, останешься на одном месте и будешь снимать нас. Ну, ты понимаешь, что я имею в виду. Хорошо, пойдем. У нас есть несколько хороших кадров. Доска все еще жива, и Джейс все еще жив. Когда ты так смотришь в этот момент, нет никакого чертового смысла. А как ты думаешь? Это потрясающе. Черт, он как будто он парит. Как он это делает? Боже! Эй, как ты это делаешь, приятель? Безумие! Я думаю, что мы закончили со съемками, и на нас напали какие-то дети, в которых сейчас школа. Пока, ребята, спасибо за вашу любовь в школу! Батарея сдохла на скейтборде. Мне кажется, что у нас есть все необходимые кадры. В то же время я чувствую, что мы могли бы поснимать еще, но села батарея. Я думаю, ты будешь впечатлен, Джесси. У нас хороший материал. Я смотрел некоторые кадры. Это выглядит обалденно. Это хорошо. Это круто. 100% что у нас есть все необходимые кадры, но мы не из тех парней. Мы собираемся прокачать его еще больше. Итак, мы меняемся костюмами. Джесси снимает наряд Аладдина. Я буду его дублером, я надеваю наряд Аладдина, а Джесси запустит дрона, что абсолютно незаконно в Нью-Йорке. Не говори этого. Все будет хорошо, мы сделаем это, и никто не узнает. Я должен убрать волосы назад, чтобы быть более похожим на Джесси. Как вы можете видеть, мы на месте. Я взял на себя роль Аладдина, здесь мы запустим дрона. Понимаете, мы не можем рисковать людьми, мы рискуем оказаться арестованными, но нам кажется, что это довольно-таки нормальное место, и мы можем его запустить. Сколько времени занимает, чтобы он поднялся в воздух? 3 минуты. Затем мы обговорим, где и по какой траектории ты хочешь, чтобы я ехал. Хорошо. Может, снимем крышку от камеры? Да. Итак, съемки с дрона. Погнали! Через несколько мгновений. Это было так страшно, так как дрон, он работает от GPS-сигнала, который удерживает его в неподвижном состоянии во время ветра. Но он иногда пропадал, и ветер начинал сдувать его в сторону здания. Не мог понять, в какую сторону идти, это было страшно. Джесси, ты это снял? Да, посмотри. Ничего себе! Да, все люди смотрят на тебя. А вот здесь я начал терять контроль. Я пытался удержать тебя в кадре, я пытался. Мы сделали это, Джесси! Это невероятно! Мы сделали это. Мы сделали это. Это видео уже есть на канале Джесси. Ссылка здесь, ссылка там, ссылка здесь. Зацените. Особая благодарность Кейси. Спасибо, Джесси. А для Кейси, покажите, как вы его любите. Все мои зрители, я сделал это видео благодаря ему. Чувак, ты только посмотри на это. Мы создали волшебный ковер. Он по-прежнему работает, по-прежнему работает. Переведено и озвучено студией Тремпель. All clear.